Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в очень интересном месте с точки зрения экологии, экологии Украины. Мы находимся на канале, соединяющем Черное море и Тилигульский лиман. Очень много было вопросов по данному каналу, очень много было прений по нему, когда его начинали делать и чистить в очередной раз. Но все-таки он функционирует. И он почищен. Смотрите, как красиво. Вот там вдалеке у нас Тилигульский лиман. А вот сам канал. Он небольшой и довольно-таки мелкий, в принципе, но с очень хорошим потоком воды, когда вода его гонит в сторону лимана с моря. Вы видите, какая прозрачная вода. Песочек. Вот так вот он сделан такими пластиковыми конструкциями, для того, чтобы вода проходила первоначально. И вон там уже у нас морька. Сейчас мы подойдем вот туда к мосту, непосредственно к шлюзовой части, которая перекрывает, и покажем вам, как она функционирует. Итак, вот дальше, подходя к морю, мы подошли непосредственно на строительную часть, строительный участок, который проводили работы по данному каналу. Смотрите, вот лежат эти пластиковые конструкции для ограждений. Видите, они идут, судя по всему, 4-метровыми стандартными. Вот они идут в таком виде. Тут где-то, наверное, 18 сантиметров каждая защелка. Папа, мама. Так вот оно все и ставится. И вы видите, как выставляются они в ограждение. Идем дальше. Итак, как поведал нам только что охранник, которого мы встретили, этот канал таким вот образом должны оградить до самого конца, аж туда, до трассы Одесса-Николаев, для того, чтобы полностью он вошел в лиман. В данный момент прошло не так много времени, после того, как они сделали вот эту часть, но хочу вам показать, что с ней уже произошло. Вы видите, там, где мы только что шли, было ровненько и красиво. Вот тут. А вот мы подходим ближе к морю. Естественно, технология, как обычно, у нас, судя по всему, не выдержана. И, не успевши достроить до конца, у нас уже есть вот такая вот часть, которая с промоиной, которая обрушилась. Видите, качественно сделанные работы. Обидно то, что есть интересные идеи, которые действительно, возможно, принесли бы пользу, но, к сожалению, они воплощение их хромает. Итак, идем дальше. Вон с той стороны еще одна промоина уже вымыла ее. С этой стороны тоже. Вы видите, что творится. Вот уже они все плавают частично. Очень печально вся эта картина, конечно. К сожалению, в нашей стране, даже когда выделяются какие-то деньги, проводятся какие-то работы, то они не оканчиваются правильно. Так, вот мы подошли к шлюзовому мосту. Вот вы видите непосредственно строительный участок весь на песке. Так, идемте посмотрим шлюзовый мост. Очень красивое, конечно, место здесь. Даже сделали с пантусами. И набережная, там уже Коблевская дальше. Вот, вот так выглядит этот мост. Там вот уже что прорезано.
явно самостоятельно. Также, с одной стороны, очень интересно и красиво, с другой стороны, очень обидно и печально. Вы видите, конструкция колонн сделана таким образом, чтобы они были углами, чтобы когда бьет волна морская, не разрушалась колонна. Вот они все обрамлены уголками. Уголок, конечно, со временем в морской воде придет в негодность, но бетон свое сдержит. Если, конечно, бетон гидротехнический. Так, идемте дальше к морю, посмотрим, что там происходит вдалеке. Там, где непосредственно должна заходить основная волна. То есть сейчас мы с вами находимся в полный штиль. Можете себе представить, что здесь будет, когда шторм. Вон ребята креветочники, креветку ловят, которая находится под запретом. Но это мелочь. Все мы ее любим, все мы ее кушаем иногда. Вот смотрите, основная часть входа. То есть вот сюда входит волна для того, чтобы набирать лиман. Вот тоже качественные проведенные работы, к чему привели. Видите, какая промоина, как оно все обрушилось. И с той стороны та же песня. Все то же самое. Вот вы видите, где она была. И вот где ее оборвало. Ну, в общем, повторюсь, очень красивое, интересное сооружение. И очень хочется верить в то, что действительно оно когда-то будет доведено до ума и будет функционировать правильно. Так как, скажем так, наши ученые посчитали и экологи его спроектировали с конструкторами. К сожалению, в нашей стране, если хорошие расчеты, то плохое выполнение. Так, спасибо всем огромное за просмотр, за лайки, за комментарии. Думаю, их будет очень много. Особенно есть у нас определенные экологи, которые начинают отстаивать непонятно какую точку зрения, но только не ту, которую нужно. Так, этот ролик получился у нас спонтанный, но при этом он в продолжение как раз берегоукрепительных работ, он в продолжение роликов про Черноморск, которые у нас были неоднократно, оползень Санжейки, оползень возле Южного, как раз мы сейчас недалеко находимся. Поэтому, чтобы вы понимали, вот за мысом, вот перед нами мыс, вот я сейчас попытаюсь приблизить, вот за этим мысом находится город Южный. А вот в ту сторону, если мы сейчас посмотрим, вот перед нами мыс, это Коблево, вот Коблевское стоит, чертово колесо. И дальше в ту сторону, вот по морю идет Николаев. Так что спасибо за подписку на канал, спасибо за лайки, за комментарии. Всем хорошего дня. Так, вот мы с вами подошли в самый край пирса, который мы смотрели с вами с берега. Одного из, левый пирс, если смотреть с моря. И вот, как он заканчивается в море. Вы видите, трубы забетонированы. Это как бы ими сделана стена, для того, чтобы шла противоволновая, снять противоволновую нагрузку. Но, к сожалению, я жду дальше.
оно сделано неправильно или не до конца сделано, может быть, спроектировано и правильно. Вот тоже идут от пирса, отходят трубы. Тут все как раз нормально, они волну выдержали, в принципе. А вот дальше, где только пластиковая конструкция, и поверху сделан бетонный пояс, естественно, все оно рухнуло. Так что, ну давайте о хорошем. На море сегодня очень приятно, хорошая погода. Итак, всех туристов ждем в Одессе, на морском побережье, в сезон. Море чистое, красивое. Так что все будет прекрасно. А вот там вот выращивают тюльку. Раз. Два. Ту тюлечку, которая продается на привозике. Так что приезжайте в Одессу, смотрите наши видео. Всем пока!